20 метров глубины. А вот это лед, там остров Черепаха. Это первый искусственный остров в России. 40 на 50 метров. Специально клейки здесь сделали, набили камнями. Крепость, как Кронштадт не дает подойти кораблям к Санкт-Петербургу, так он не давал по каналу врагам подойти. Ну потом крепость уничтожили. И вот на нем, видите, на острове лед. Теперь его хорошо видно. Когда дует восточный ветер, он как этот сказочный город Кижи выходит из воды, а когда обычно он под водой. Немцы, когда были первый раз в Таганроге в 1918 году по Брестскому миру, они делали фотографии, вот они как раз порт. Вот это старый Петровский порт, а это уже при Екатерине сделали. Вот здесь я когда летом на катерах с туристов катаю, там подъезжаешь, из камня такие большие кольца эти швартовые торчат еще времен Екатерины. Ну вот это наши два основных груза. Это уголь, который везут из Донецка, потом здесь перегружают на барже, везут в Мариуполь, но по документам это уже американский. Интересно. Ну, и зерно. Вот. А теперь посмотрите, вот видите, вот корабль синенький, да, нос? А за ним возле стенки какая-то там металл непонятный. Это в 90-е годы здесь сгорел корабль, который снимался в 12 стульях, на котором Киса и Осия рисовали Сеятеля. Он назывался первоначально «Царица», потом «Чечерин», а в фильме композитор Скрябин. И не вытащили? Ну, там его железные части лежат. Хранятся. Да.